Привет, с вами канал Original Wax. И сегодня я вам хочу показать и рассказать про рюкзачок, который называется у нас на сайте «Ушки кролика». Он так называется из-за того, что у него есть такие ушки, как у кролика. Ушки сделаны из такого бархатистого материала, очень приятного на ощупь. Из этого же материала сделан бантик. У рюкзачка есть карманчик с внешней стороны, такой небольшой. Также есть отделение побольше. Здесь в рюкзачке лежат пару тетрадок, яблоко, печенье и водичка. Все самое необходимое, что может понадобиться вашему ребенку во время прогулки. Внутри одно большое отделение и дополнительный карман. Видите, вот такая качественная подкладка фирменная. Также фирменная молния носу, легко закрывается, открывается. Дальше переходим к спинке. Спинка и лямки, как видите, отделаны из сетчатого эластомерного материала. Этот материал пропускает воздух и не дает потеть спинке вашего ребенка во время прогулки. Также лямки можно легко отрегулировать под разный рост ребенка. Есть еще удобная ручка сверху, чтобы рюкзачок можно было нести в руках. Все рюкзачки сделаны из материала неопрен, который легко постирать в стиральной машинке на деликатном режиме, либо вручную, либо отдельное пятнышко можно вытереть салфеткой без крема. Также рюкзачки очень легкие. Это большое преимущество, я считаю, так как дети не могут носить на себе тяжелые вещи. К этому рюкзачку можно еще купить сумочку. Она такого же плана. Единственное отличие, то что она вешается на плечо. Эта ручка также регулируется под разный рост ребенка. Здесь тоже есть маленький карманчик и побольше карманчик с дополнительным отделением. Спинка сделана из такого же сетчатого эластомерного материала. Вот такой прекрасный наборчик. Рюкзачок и сумочка.